американском штате Нью-Джерси прогремел взрыв. Самодельное устройство сработало рядом с местом проведения благотворительного забега. Бомбу заложили в мусорный бак. На марафон записались почти 5000 человек. Произошло все еще до старта, так что никто не пострадал. ФБР же уже начало расследование. Как тут не вспомнить другую трагедию на марафоне, которая произошла 3 года назад. В Бостоне на финишной прямой сработали сразу 2 бомбы. Тогда погибли 3 человека. Почти 300 пострадали. Теракт подготовили и осуществили братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Старший Тамерлан погиб в перестрелке с полицией спустя несколько дней. Младшего Джохара осудили на смерть.